Всем привет, Вася, с вами Жека. Короче, для тех, кто не в курсе, Вася, я сообщаю. Значит, с 26 по 31 мая, Вася, пройдет День Киева, Вася. Вот. Потратят на него, Вася, 3 ляма. 6 дней, 4 ляма, Вася. Ну, у меня у одного складывается ощущение, что 2 ляма тупо спи***ли. Нет? Ну, да фиг с ним. Давайте разбираться, что значит День Киева для коренного киевлянина. Правильно. Надо из Киева сваливать. Что я это говорю, я сейчас объясню вас. Значит, смотрите. День Киева — это реально, это когда жители Буэрки, Вася, почему-то в этот день бухают не у себя, Вася, в Буэрке, а приезжают в Киев. Я вот это реально не понимаю. Мы же к вам на День Буэрки бухать не едем. Я не против, Вася, не против. Приезжайте, но ведите себя, Вася, культурно. Вот. Я уверен, Вася, что вот это в Обухове, Вася, это, кстати, откуда ты, Вася, малой, Вася, и в Ирпене, Вася, после Дня Киева, Вася, чистота, Вася. Ну просто вылизано все. Знаете почему? Потому что они весь свой мусор везут к нам. Вот. Значит, дальше, Вася. В этот день, Вася, киевлянина в городе ты хрен найдешь. Хотя в толпе его вычислить можно, Вася. Значит, во-первых, он трезвый, постоянно оглядывается. Во-вторых, если видишь дерущуюся толпу, Вася, то, скорее всего, тот, кого метелят, это киевлянин. Ну, так сказать, виновник торжества. Дальше, значит, в этот день, Вася, киевляне очень любят, Вася, кататься на речных трамвайчиках. Не потому, что им это нравится, Вася, а потому, что на воде реально безопаснее, чем на берегу в этот день. Вот. Да. Иногда я даже жалею, что Золотые ворота — это памятник архитектуры, Вася. Вот реально, были бы простые ворота, Вася, закрыли бы их на День города, и все, Вася. Так сказать, вечеринка для своих. Ладно, давайте разберемся, что приготовили городские власти нам в эти дни, Вася. Давай, ты, Сабухова, давай листик. Значит, 25 мая, Софиевская площадь, Вася, праздничная программа под названием «Подари Киеву вальс», Вася. Очень нужный подарок. Очень. Прям вот то, о чем все мечтали. Прям. Давайте подарим Киеву бритву. Или что там? Или книгу подарим. Я вас прошу, подарите Киеву, Вася, что-то нужное, Вася. Нормальные дороги, Вася, или горячую воду. Что-то реальное нужное дарить. Дальше. В Мариинском парке, Вася, пройдет джазовый концерт. Знаете, я в прошлом году, Вася, после Дня Киева, возле арки Дружбы народов проснулся. Вася. Вот это я понимаю, дали джазовый. Так что я сомневаюсь, что ваш концерт будет круче моего. Дальше. 31 мая, Вася, пробег под каштанами. Значит, господа организаторы, вы о бомжах подумали, Вася? Вот вам было бы приятно, когда вы спите, Вася, а по вам бегают. Ну, реально некрасиво, Вася. Подытожим, Вася. Значит, если День Киева один, Вася, нафига его праздновать 5 дней подряд, Вася? Или вы реально думаете, что город за один день, Вася, забрать не успеет? Поэтому обращаюсь ко всем киевлянам и гостям столицы. Значит, смотрите, в эти праздники, Вася, в День города, давайте гадить в городе дозированно. Растяните удовольствие на 5 дней, Вася. С вами был Жека. Живите четко и не свинячьте. Ой, вытереть надо. Все, пока.